Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики. С вами компания Arbat Homes из солнечной Алании, район Клеопатра. И я, Татьяна Пикер, после короткого отсутствия, дорогие мои, по вам очень-очень соскучилась. Всем вам желаю счастья, здоровья и хорошего настроения. И кусочек своего хорошего настроения вот таким образом я передаю вам, дорогие мои. Сегодня у нас на повестке дня комплекс на самой-самой-самой начальной стадии строительства. Сразу скажу цену – 92 тысячи евро. Это у нас самая начальная цена. Дорогие мои, Украина, Украина, Украина. Вы нас ждете, а мы очень ждем встречи с вами 22, 23, 24 октября. Вот-вот уже сегодня, завтра. Часть нашей команды и АСМ Баштук будет с вами на индивидуальных встречах. А 25 и 26 это Киев, дорогие мои. Так что номер на телефон на экране видим. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пишите, звоните, записывайтесь на индивидуальные встречи, дорогие мои. И поехали мы с вами теперь на кусочек земельного участка. Покажу вам, где будет строительство нового премиум-класса. Дорогие мои, пока я не дошла до земельного участка, хотела вам несколько слов сказать о местоположении. Клеопатра, 900 метров до Средиземного моря и прекрасные парковые зоны. Вся городская инфраструктура находится здесь в пешей доступности. 10 минут до рынка рыбного и продуктового, знаете, это у нас самый центр Алании, и значит, что все магазины, кафе, например, Бергамот, это Меза, сетевые продуктовые маркеты, все находится в пешей доступности 2-3 минуты, не больше. Итак, дорогие мои, два у нас будет блока 9-этажных, 3850 квадратных метров. Вся территория комплекса с отличной летней и зимней инфраструктурой. Еще раз, Клеопатра, 900 метров, и поехали. Мы на месте, вот земельный участок, где скоро начнет строительство. Когда скоро? Очень-очень скоро, в декабре 2021 года. И комплекс будет сдан в эксплуатацию ровно через 3 года. Сегодня утром разговаривала с застройщиками, официально 3 года, но свои проекты они всегда сдают раньше. Дорогие мои, 35% первоначальный взнос и рассрочка, как хотите. Хотите помесячно, хотите через 2 месяца, хотите через 6 месяцев. Я думаю, что эту информацию уже нужно будет утрясти с СМБ или с менеджером, который будет с вами связываться относительно этого комплекса. Итак, 3850 квадратных метров территория комплекса будет. Комплекс премиум-класса будет состоять из двух 9-этажных блоков с отличной летней и зимней инфраструктурой. Итак, что у нас есть по планировочкам? Сразу планировку и квадратуру скажу. Оператор, напиши, пожалуйста, чтобы еще для визуалов запоминалось лучше. 1+1 дуплекс, только одна квартира. 1+1 дуплекс – это 65 квадратных метров. Одноуровневые квартиры 1+1, площадь 50-57 квадратных метров. Поехали дальше. 2+1 дуплексы 105 квадратных метров и одноуровневые квартиры 2+1 или трехкомнатные, как вам лучше понимать. Площадь их 75-95 квадратных метров. И последняя планировочка – это дуплексы 3+1, 140 квадратных метров. Для владельцев дуплексов будет специальная крытая парковка. Так что хотите, чтобы не горела ваша машина летом, приобретайте дуплексы. Дорогие мои, через 3 года будет повышение цены на этот проект, на квартиры, на 30%. Может быть, это будет повышение разово или частями, но по факту знаете, что 30% вы будете переплачивать, нежели вы бронируете квартиру сейчас, оплачиваете 30% и становитесь собственником недвижимости, где в самом сердце Алании, Клеопатра. И до моря у нас 900 метров, дорогие мои, вся инфраструктура здесь. Рыбный рынок, такой магазин, школа, пожалуйста, покажите, тоже очень удобно. Давайте перейдем к инфраструктуре. Жарко стало на земельном участке, видите, сегодня мы решили выглядеть более официально, поэтому спрятались сюда в тенечек. Кстати, это еще одна парковая зона, которая находится буквально вот даже в поле моего зрения.
Итак, инфраструктура. Открытый плавательный бассейн, крытый плавательный бассейн. Это мини-футбол. Да, редко такой бывает в комплексах. Вот сколько снимали за последнее время, еще не слышала, чтобы в комплексе был мини-футбол. И детская игровая площадка, конечно же, будет кафе и бар на территории комплекса. Это открытая парковка и крытая парковка только для владельцев дуплексов. И отличное место для зимнего досуга – это, конечно же, спа-зона, массажные кабинеты, сауна, хамам и все, что к этому прилагается. Итак, стартовая цена на сегодняшний день – 92 тысячи евро. Комплекс стартует у нас в декабре 2023 года. 3 года будет длиться стройка. 30% первоначальный взнос и беспроцентная рассрочка на весь период строительства. 92 тысячи евро – это самый центр Алании, это район Клеопатрии, до моря 900 метров, инфраструктура вся в пешей доступности. На сегодня, к сожалению, с вами прощаюсь, буду скучать, жду ваших комментариев. Подписываться на канал не забываем. Пишем по номеру на экране относительно индивидуальных встреч в Днепре и Киеве. Ждем ваших сообщений. Спасибо. Пока-пока.